Александр Горожанкин – один из тех, кто стоит на страже непрерывной работы ОМК. Он открывает цепочку процесса по производству запасных частей для оборудования основных цехов комбината. Такие цеха СПЦ, прокатные, ЦОП, при ремонтах мы им, наш цех изготавливает запчасти. А для того, чтобы изготовить эту запчасть, ее сначала нужно изготовить заготовку, то есть из чего она будет делаться. Вот наш участок как раз подготавливает все для, вернее, подготавливает заготовки для станочных, для станочного участка, как правило. Труд газорезчика, пожалуй, можно сравнить с ремеслом закройщика. От точности и внимательности зависит то, как будет выглядеть готовое изделие. По специальным выкройкам Александр Николаевич размечает необходимые параметры, и дальше в дело вступает сила огня. Мощная направленная струя пламени послушно двигается под наблюдением нашего героя. За 23 года на комбинате Александр Горожанкин успел поработать и как стропольщик, и как кузнец на молотах и прессах. Но именно газорезка пришлась по душе. Сразу появился азарт развиваться именно в этой профессии. На счету Александра Николаевича уже несколько реализованных технических решений, позволивших повысить безопасность и оперативность производства. Немалый вклад он внес и в совершенствование охраны труда на своем участке, прививает культуру безопасного поведения на производстве своим молодым коллегам. Мы привыкли даже на ОМК дома соблюдать охрану труда, это нас приучили. Я дома даже очками пользуюсь регулярно сейчас. Один из самых опытных сотрудников подразделения, мастер своего дела, теперь он гордо носит и звание лауреата ежегодной премии Алексея Угарова в номинации «Рабочий года». Это награда, признание, вклада в работу предприятия и огромного профессионализма. Действительно, этот человек заслужил эту награду. Не знаю, ну, он в цехе пользуется авторитетом, и действительно, это его заслуженная награда, достоин этой награды полностью. А еще Александру Горожанкину вполне можно дать медаль за верность комбинату, своему участку, коллективу. Почти четверть века, день за днем, он добросовестно трудится, не изменяя своему делу, уже давно ставшему призванием.